Приветствую вас на канале «Ароматы Казана». У нас выходные и будет сочная куриная грудка на мангале. Этот продукт относится к белому мясу. И в нем огромное количество питательных веществ. Не зря его полюбили спортсмены и люди, кто хочет похудеть. Ведь на 25% белков всего лишь 2% жира, что позволяет увеличить мышечную массу, но при этом не увеличивать жировую ткань. Что нам для этого понадобится? Давайте вместе посмотрим. Для нашего блюда нам понадобится куриная грудка. У меня филе здесь 1,5 килограмма. Дальше мука, панировочные сухари, 100 миллилитров молока, а также чайная ложка соли, чайная ложка черного молотого перца, чайная ложка паприки и чайная ложка куркумы, а также сыр, 4 яйца, петрушка, 2 болгарских перца. И у нас еще будет небольшой соус, в который будет входить горчица, апельсин и лимон. Давайте приступим. И сейчас займемся в первую очередь кляром. Панировку мы сделали. Сейчас займемся начинкой для нашего мяса. Панировка у нас готова, начинка готова. Сейчас займемся курицей. Thank you.
куриная грудка, в ней огромное количество витаминов, такие как А, В, С, H и многое другое, а также минеральные вещества, в которые входят железо, цинк, калий и также многое другое. Это позволяет организму восстановиться после заболевания. А также такие витамины, как А, В, С и H, которые отвечают за восстановление печени и за усиление кровообращения. Поэтому куриная грудка, она необходима для организма человека. Пока мясо жарится, мы сделаем соус. Пол апельсина, пол лимона и 1 чайная ложка горчицы. Все перемешаем и отставим в сторону отстаиваться. Вот сегодня у нас получилось такое красивое, очень вкусное блюдо. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Ароматы Казана». Всем приятного аппетита! Да, еще передаю привет внуку Грише. Гриша, привет! И второму внуку, у меня в начале июня родился второй внук, Леше, тоже передаю привет. Поехали! У меня еще прилетело 2 эстафеты. Одна немножечко раньше, одна вот недавно, неделю назад. И, в принципе, ответы, вопросы одинаковые. Я сейчас по-быстрому попробую ответить на них. От первого канала прилетела от канала «Верушка и ее большая семья». Вторая эстафета прилетела от «Баламут-36». Вопрос первый. История имени. История имени точно не скажу. Но сначала хотели назвать Юра. Было 2 имени, Юра и Саша. Но почему-то выиграл Саша. Второе. Год рождения. Год рождения. Родился я 23 февраля на День Советской Армии 1968 года. Ответил. По знаку зодиака я рыба. Так. Страна, город проживания. Ну, Россия. Город. Ну, город — это вопрос для подписчиков. В моем городе родился Антон Павлович Чехов и Фаина Раневская. Пока хватит. Четвертый. Увлечение. Ну, люблю готовить, люблю играть в хоккей зимний. А также ходим, так я на берегу живу моря, ходим на рыбалку. Ну и многое другое. Так, страхи. Ну, страхи у нас, наверное, у всех одни. Это страхи, это страх за близких. Я думаю, этого достаточно. Какие качества человека вам нравятся? Ну, какие качества? Я думаю, сказал, сделал. Следующий вопрос. Сова вы или жаворонок? Встаю я очень рано, вне зависимости от того, на работу или дома, встаю рано. Я жаворонок. Какие продукты я люблю? О, блин. Я всеядный, а вообще-то я люблю сладкое. И если я в магазине потерялся, меня знает, где жена найти. Это в отделе сладостей. Так, ну и все. Кому передать? А передаю я эту эстафету каналам. Карусель чудес, для души, для дела, Казан Юркин и Казан Мангал Артем. Обязательно пишите комментарии. Всем пока!
увеличить мышцы. Давай заново. Ведь не, не зря это, блин, давай заново. Не зря его полюбили, извиняюсь. Ох, и перчатки.